не получилось. Долго втягивались в игру, первые две партии. В третьей партии уже гораздо лучше пошла игра, но не хватило. Так что так бывает, будем работать. И хотелось бы также извиниться перед нашими болельщиками, потому что мы можем лучше гораздо. У нас был такой плавающий выходной, мы его называем. То есть в один день у нас нет вечерней тренировки, на следующий день у нас нет утренней тренировки. То есть как бы день свободный, но в каждый день есть по тренировочке. Но мы спортсмены, это наша работа, так что привыкли, конечно. Матч неплохой, несмотря на то, что выиграли 3-0, в каждой партии была борьба. Особенно в последней партии, где мы дали сопернику немножко разыграться. Девчонки с улицы большие молодцы, показали хорошую игру. Потому что всегда приятно выходить, пытаюсь доказывать, да, что достойно этого места, что тренер не зря понадеялся на меня, да. Ну, провалили, наверное, от большого желания провалили начало игры, первую партию. От этого, в принципе, поймали какую-то неуверенность. Вот. Ну, потом вроде вторую партию нащупали. Но опять же, нюанс, опять же, не добили, не доиграли. Не доиграли, не сыграла блок защиты. По защите очень много упало мячей, которые должны, в принципе, подниматься. Ну и опять же доигровочные мячи. Именно по доигровке очень низкий процент в атаке. То есть, прежде всего, от этого тоже. Поздравляю с победой, девчонок. Тула — непростой соперник, финалист Кубка России. И как по сезону они неплохо выступают, поэтому девчонки молодцы. Первые партии вообще практически нет претензий. По некоторым моментам там, опять же, есть вопросы. Но это опять, наверное, больше концентрация и где-то старательность, чтобы там этот мяч там довести где-то. Обработать более качественно где-то там, по элементам это. А в третьей партии то ли устали, или опять поверили, что выиграли, начали где-то как-то допускать ошибки. Гайл выходил на двойную замену, вернее, меняли на двойную замену, это тактическая замена двойная, чтобы три нападающих было на передней линии, поэтому это плановая замена, чтобы практику получали, опять же, в тонусе были. Обе связки, оба диагональных, поэтому усилить, опять же, игру у сетки. В принципе, мы уже практически каждой игре используем. Будем надеяться, что это будет нам помогать и работать. Три! Три! Три!